Ваш ребенок боится лечить зубки? Как сделать так, чтобы стоматолог стал любимым врачом вашей семьи? Детский медицинский центр «Апрелька» решит эту проблему. Для лечения деток в нашей клинике, в нашем кабинете предусмотрены очень комфортные условия. Индивидуальный подход к ребенку – это тоже очень важно. То есть делается акцент очень большой на то, чтобы ребенку было спокойно, чтобы он расслабился, не напрягался, ему было интересно, и он мог бы открыться и довериться врачу. Мы используем для лечения зубов передовые технологии, современные материалы, которые облегчают и сокращают время лечения. Лечение, допустим, молочных зубов у нас проходит примерно 15-20 минут. Это очень удобно, и самое главное для ребенка, это безболезненно проходит и быстро. Наблюдение за состоянием полости рта нужно обязательно проводить с того момента, как стали появляться первые зубки. В раннем возрасте зачастую ведется лишь профилактика возникновения кариеса, и лечение можно избежать. Доверьте заботу о вашем ребенке специалистам медицинского центра «Апрелька». Выбирайте удобное время приема по телефону 91 91 50. Пусть этот номер будет всегда у вас под рукой.